да. Песенка называется «Днепропетровский рок-н-ролл шепотом». Не, ну откройте все-таки. Уже не важно, кто. Сначала он боялся, что нарушит все запреты своей мамы. Поэтому не плакал и комочки манной каши доедал. Игрушки не ломал, сосудки не лизал, по лужам не топтал от ней рекламы, и для гостей уродов Пушкина, как улица, со стручика читал. Потом по старости, потом со старой скрипке он ходил по баррикадной на уроки, мечтая подскользнуться и упасть на дорогущий инструмент. Но не созрел момент, и пятый элемент еще метался в углях караоке. Все это так, но очень скоро он покажет всем глобальный хэппи-энд. Глория, как папа говорил, так и расслабал. Глория, и дядя Сёма с ним согласен был. Трепаться он любил, да он вообще дебил. И это подтверждала тетя Клава. Хожу, ты знаешь, что к чему, но слушать это больше нету, нету сил. Теперь он не боится ничего, стал звездой Днепропетровска. И пили свою скрипку, то у Чарли, то на сцене хуторка. Но рампа кабака от славы далека, и тлеет, тлеет, тлеет папироска. А в лужах недотоптанных от света цвет рекламы коньяка. Глория, как папа говорит, так это слава. Глория, и дядя Сёма с ним согласен был. Трепаться он любил, да он вообще не бил. И это подтверждала тетя Клава. А что ты знаешь, что к чему, но слушай, нет, а больше нету, нету семью. Теперь по баррикадной бродит мущик его папы. А дядя Сёма стал быть единственный двоюродный племяш. Он еще нотки важно, но поймал фураж и понял, что в семье одни растяпы. Он с лесарем работает и ездит на маршрутке. Наишмаш, наишмаш, наишмаш. Глория, как папа говорил, так это слава. Глория, и дядя Сёма с ним согласен был. Припаться он любил, да он вообще не бил. И это подтверждала тетя Клава. Он не знает, что к чему, но слушать это больше нету, нету сил.